Добрый день. Сегодня мы проводим лечение одному из наших маленьких пациентов в условиях общей анестезии, наркоза. Лечим 4 зуба. Работает бригада из 5 человек. Врач-стоматолог, 2 ассистента, врач-анестезиолог, ваш покорный слуга, и анестезистка. Вся эта бригада обеспечивает безопасность пациента, его комфорт. Для обеспечения всего комплекса безопасности мы используем следующие моменты. Ну, во-первых, это проведение общей анестезии препаратом Севаран. Это оригинальный препарат. Мы не используем дженериков. Мы не используем препараты с истекшим сроком годности. Недавно мне этот вопрос задавали. Проведение общей анестезии под пристальным мониторингом. Мониторинга дыхательных путей, под контролем мониторинга сердечно-сосудистой системы, температуры и сатурация насыщения кислорода кровью. Плюс мы проводим инфузионную терапию с балансированными солевыми растворами для того, чтобы восполнить дефицит жидкости и устранить дисбаланс, вызванный преднаркозным голоданием. Во время лечения проводится обязательно фотофиксация для того, чтобы понимать в дальнейшем, на каких этапах какое лечение проводилось. Это все будет заложено в электронную историю болезни пациента.